переступим. Ну, конечно, они уже наплавались. Это все. Каюша, Каюша. Это если бы бросили ему лейку или канистру, тогда бы прыгнул. А так переступил и пошел. Каюша, ты плавал? Кай! Ты давно не была у вас, соскучилась. Целую неделю не была. Ну, пока он ходит, скажу, на видео. До сих пор пишут про Нордишайна. Уже 1.5 года прошло. Нордишайна находится в закрытом помещении, где хозяйственный блок находится. Там только киперы ходят, кормильцы кормят их. У них бассейн есть, игрушки. Пока они в зоопарке. Видео не смотрят, а пишут, спрашивают. Ну, думаю. В сообщество заходите, смотрите фотографии. Вот сейчас, может быть, что-то... Нет, водичку попил. Здрасте. Водичку пьет. Что-то недолго он купался. Ну да, я только приехала. Не пошла, это обычно к 9 не поехала рано, думаю. Что-то и неделю не было. Мокрый. Ну, вот мокрый. Через лейку перешагнул, думала, это что-то. О. Вон тут Раса тоже стояла. Стояла, хорошо так включила камеру. Он так просто шел-шел и так раз и упал. Вот непредсказуемый. Герду видно, когда она будет прыгать, а этого ну никак. Сейчас, когда она отсюда, получается, прямо с высока вот прыгнула там. Ну, когда с места просто в прыжке. Прям до этого края. Ну да, вот. Так вот прям высоту. Они обычно на камень встают, на камень и прыгают. Это вот. Такая мощь вообще, ну, такой кадр был. Да, ну у меня такие, знаете, сколько. Размахи прям таком. Я с 14 года снимаю, так что у меня этих столько на ютубе, много.